Нижневартовск ожидает очередной транш препарата «Спутник Ви». Прививать им горожан начнут в марте. На сегодня вакцинировались более 7 тысяч вартовчан. Пройти процедуру можно не только в стационарном пункте, но и у медиков мобильной бригады, которая выезжает по заявкам на предприятия. Об этом рассказали депутатам городской думы во время рабочей поездки по медучреждениям. Сюжет Жанны Кузьминой. Каждое утро возле этого процедурного кабинета выстраивается небольшая очередь. Желающих сделать прививку против коронавируса достаточно много. Пенсионеров, людей среднего возраста. Стационарные пункты открыты во всех поликлинических отделениях. А для тех, кто работает на производстве, в том числе в школах, учреждениях культуры и спорта, организуют мобильные бригады. Это, конечно, комбинированные формы работы. Это и выезды, это и приглашение к нам. Часто даже выездная работа, она получается, ну, как-то более эффективной, потому что люди организованы, работодатель их организовал, у них уже заполнены все документы, они сами настроены, они готовы, и легче спланировать время. На сегодня в Нижневартовске первый компонент вакцины получили более 7300 человек. Это достаточно высокий показатель среди муниципалитетов округа, объясняют медики депутатам. Проблем с записью на вакцинацию нет. Большинство пациентов оставляют заявки на портале госуслуги, но есть и те, кто по-прежнему предпочитает записываться по телефону или на личном приеме в медучреждении. В поликлинике никому не отказывают. Как отметил председатель Думы Максим Клец, сами депутаты уже привились. Что хочется отметить, наверное, что это активность, наверное, нашего населения, которое на самом деле озабочено своим здоровьем и о том, чтобы не болеть и, самое главное, наверное, не распространять вот эту вирусную инфекцию, которая на сегодняшний день есть. Медицинские работники одни с ковидом не смогут бороться. Нам нужна помощь жителей Нижневартовска, именно помощь в том плане, чтобы они пришли и привились от ковид, потому что это реально работает, это коллективный иммунитет. Партию с первым компонентом спутника ВИ в Нижневартовске уже отработали. Сегодня в поликлинику приглашают тех, кому подошел срок ставить второй. Желающих пройти вакцинацию меньше не стало. В списках 450 человек. Следующую партию препарата против коронавируса медики ожидают в марте. Жанна Кузьмина, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.